Накануне в музыкальном колледже имени Шостаковича состоялся хоровой фестиваль «Весенние голоса». Он был приурочен к 55-летнему юбилею колледжа. Зрители смогли услышать выступления детских, юношеских и взрослых хоровых коллективов Зауралья. Также в фестивале принял участие любительский хор Елизаровского центра, городской хор учителей, а также камерный мужской хор «Светозар», женский вокальный ансамбль и академический смешанный хор от колледжа имени Шостаковича. Такие хоровые собрания проводятся раз в 3 года. Первое состоялось в 2005 году.